Здорово, здорово всем, ребята, с вами Смурфик, и сегодня на моем канале начинается новая рубрика. Значит, называется эта рубрика «Бич-закупка», и сегодня я буду закупаться на 100 рублей. Вы увидите, что я закупил, в принципе, я это записываю уже в конце ролика, но, думаю, результат вас, в принципе, не удивит, мне кажется, все так закупаются. Ну, в общем, пишите комментарии, на какие бюджеты вы хотите, чтобы я закупился, там, на 50 рублей, на 20 рублей, на 200 рублей, на 500 рублей, в общем, что-то типа такого. В общем, мы переходим к ролику. Идем в магазин Эдельвейс. Погнали. А, кстати, и напишите магазин, который я должен был идти. Всем, короче, это приятного просмотра. Мы переходим к ролику. Погнали. Короче, мы в магазин. Привет, я еще не записал, конечно. Ну ладно. Оно у вас впереди будет. Я сначала записываю. Вот так вот, короче. А, что сказать-то? Что можно купить? Танис. Кириешки. Кириешки, думаешь? У нас есть 100 рублей, нам что-то надо купить. Бить закупка на 100 рублей. Если вам эта рубрика нравится, то лайки ставьте. Давай, что-нибудь выбирай. Чё? А? Так, можно и кириешки, можно взять хрустим. Хрустим, да? За сколько? За так, хрустим. Сухарики, нет, я кириешки хочу. За 11, держи. Раз, 27. Так, сколько у нас уже? Так, калькулятор надо достать. 38. 11 плюс 27, 38. У нас ходячий калькулятор, короче, будет тогда. Так. Сколько у нас уже? Да, 38. Так, попить. Колокольчик. Ребята. Это просто, я не знаю, вспомнил, проследился. Чё за... Колокольчик, ты что, не помнишь? А, я помню. Так, вот такой я взяли. Плюс 26. 38 плюс 26. Много это сколько? 38 плюс 26. 100 минус 4. Ё-моё, на улице дождь. Такой это очень схем, на держи. И сколько у нас остается? 12 рублей. Что можно 12 рублей взять? Пошли обычной за шоколадкой. Воды попить. А, да, кстати, по обычной воды попить, если пить захочется. Погнали. Пошли. За 9 взяли. Больше вышло, ребят. Денег. Какие, да? Мы неправильно посчитали. Мы где надо хватить? Где все, спасибо. Так, ребята, короче, мы взяли. Кто-то ушел куда-то. Так, ну короче, ребят, мы взяли. А сколько у нас 98 рублей получилось? 2 рубля осталось. 2 рубля осталось. Короче, что могу сказать-то? Денис, надо кое-что сделать. Мы взяли. Получается, итого, что у нас вышло? Так, и это все на... 98 рублей. Это все на 98 рублей. Просто представляете, вот это? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть просто всяких бяг. Если вы хотите больше таких рубрик, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Смурфик и Данис. Сейчас мы будем пробовать. Еще не вырубаю запись. Точнее, мы там попробуем. В общем, всем удачи, ребята, всем.
Всем к следующему кадру. Всем хотел сказать пока, всем к следующему кадру. Ладно, ребят, всем к следующему кадру. Погнали. Короче, ребята, мы прибыли домой. Мы не мокрые. Чуть-чуть мокрые. Все потому, что отвез нас мой папа. Совпадение, не думаю. Короче, сейчас мы это будем все пробовать, да, Денис? Ты готов это пробовать? Не обращайся на срач мой сзади, просто это комната Алана, не забывайте. Что у нас тут есть? Повторяю. Чупа-чупс. Сладкий я. Попить вода обычная. Я не думал, то, что дождь пойдет, и зачем-то мы взяли ее. Кириешки. Рузик-пузик. И лидер-чипсы. Чек я не взял, да? Она выкинула, блин, этот чек, обидно. Ну, в общем, будем сейчас пробовать и скажем свой вердикт. В общем, вот так вот. Начнем с чипсончиков. Так, ребята, оказывается, тут такие чипсончики. Какие-то макароны, а не чипсончики, видел? Угу. Сейчас попробуем. Наш вердикт по этим чипсам таков. Это русская картошка, но до русской картошки еще не тянет. Это вердикт Дениса. А мой вердикт? Ну, в принципе, я с ним согласен. Переходим к кириешкам. Погнали. Лайт. Мокрый. Вердикт Дениса таков. Обычные кириешки. В принципе, я тоже с этим вердиктом согласен. Обычные сухарики. В принципе, мне пока нравится. Переходим к следующему. Сейчас будет пузик-рузик. Погнали. Вот такой вот рузик. Маленький, прикольный. Короче, рузик оказался обычным рузиком. Обычные кукурузные палочки. Специфичных эффектов нет. Да, спецэффектов там нету. В принципе, чупик чупиком. Пробовать не будем. Потом съем. Вода. Обычная минералка. Тут тоже ничего интересного. А вот эту хрень надо попробовать. Мохито какой-то. Сейчас попробуем. Ополаскиватель для рта. Вот, да, кстати, покажи-ка. Это, короче, ополаскиватель для рта на вкус. В принципе, я не знаю, как это описать. Мохито, ну, в принципе, прикольное за свои деньги, я считаю. Но сыграло роль того, то, что вот здесь классно написано. Прикольно, необычно. Ярко, из-за этого я ее взял. Маркетинговый ход. Маркетинговый ход, да, кстати, вот они вот сыграл маркетинг роль. В принципе, прикольно. Думаю, на этом все, ребята. Будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Смурфик и Данис. И все это мы сегодня хавали. В общем, если вы хотите больше таких рубрик, то набирайте 40 лайков, и я буду снимать следующую серию. И напишите, на какой бюджет вы хотите, чтобы я закупался. В общем, ребят, всем удачи и всем пока. Ты будешь говорить пока. Ну ладно, пока.